Бля, вчера с Горильником и с Саньком такого угара лютого словили. Пиздец. Ржали, но аж устали смеяться. Короче, я вчера это объясню, типа, я... У меня в ДР тильт пизданутый просто происходит какой-то, и это из-за, наверное, детских травм, ну, как мы с Саней поговорив, выяснили. И, короче, ты себе, ну, начинаешь загоняться в этих мыслях, по одной хватаешь мысль, в голову засовываешь, их разгоняешь там, и они в моменте становятся такими большими, что ты вообще не контролируешь ситуацию. И вот Санёк меня похвалил, что, типа, ну, тут самое главное в моменте понять, что это просто, типа, плохое настроение, плохое стечение обстоятельств, вся хуйня. Что, типа, не нужно обращать на это внимание, типа, надо перезагрузиться и откинуть эти вообще все мысли. Я, короче, лег, выключил компы, все выключил. На 10 минут чисто глаза закрыл, как будто засыпаю, потом глаза открываю. Все, уже отпустила эта тема меня. Зло, ну, вот это, когда себе хуже хочешь сделать, зачем-то, хуй знает зачем. И все нормально. Приехал Саня ко мне, поехали я с Аней, Владик, Врестик, потому что пацаны, это, ну, покушать просто поехали. Посидели там, тетя нам пела. В кожаный микрофон. Ладно, в обычный микрофон. И это. Покушали вкуса. Я винца. Банг. Один стокан. С сальком. Бур-бур. И это. Потом приехали на XL ролик. Снимали там, ржали, пиздец. Я надеюсь, что монтажер... Короче, мы взяли, я, Горилла и Салек. Фром таймер. Взяли эту камеру, маленькую такую. И пошли полной хуйней заниматься. Я надеюсь, монтажеры это вставят. О, Криптофил, спасибо за подарочных 10 миллионов подписок. И там... Там именно мы с ума сошли немного. Я не знаю, смешно ли это на камеру, но мы именно заливались. А в конце... В конце... Я кое-что сделал, от чего мы... Именно Горилла заплакал просто. Мы все заплакали. Ну, типа, невозможно было держать эмоции, мы все рыдали именно слезами крокодилями. Там Саня чуть не откинулся. Вот казалось бы. Такой, типа, простой ролик. В итоге там просто пиздец какой-то был. Саня реально чуть не откинулся. Но с ним все хорошо, не переживайте. Типа, мы не из тех челов, которые, ну, будут аудиторию, ну, играть на эмоциях аудитории. Типа, если будет реально что-то страшное, мы так и скажем. Типа, вы об этом узнаете. А если это, ну, типа, было плохо и стало нормально, то все, вы так и узнаете. Пацаны, показать, что подарили мне. Я специально не раскрывал, но только тогда раскрыл, но дома еще не раскрывал. Видите прикол? Я, короче, сижу, я приехал, я говорю, типа, заказал вармилу там, пиздец, смазать там, шубку, всю хую, и это. Рассказываю им, когда приехал, говорю, типа, вот заказал всю, короче, вармилу. Он говорит, а какую? Я показываю им фотку, какую клаву заказал. И Иксо мне ее, типа, в подарок решил сделать. Проходит 15 минут, и мне вот такую же выносят. Лёша еще сидит такой, говорит, да? На какую? Я говорю, вот такую, он говорит, блин, крутая. Всё, я его Саша украл, сука, сейчас. Это пиздец, заразная тема. Типа, брелок и вот это нажатие, ебать, это просто бам-бам-бам. Ну, нажатие такое, хорошее. А та, которая вторая будет, там шумка, там смазка, там нажатие просто хуй ебучее.
вся вот эта тема. Ну там прям все, что можно было поставить. Короче, я еще там кнопку выбрал такую, она там залита чем-то кефиром каким-то внутри. Там красивая кнопка одна 3000 стоит. Это еще с маской вот это половина еще клавиатуры. Но она очень хорошая. Но у меня есть еще бумажка одна. Вот. Сейчас я вам отзеркалю. Сейчас. А. Ай-я, нет, ну на, Мальдивы. Но сразу, хотите бонус для вас именно? Четыре-пять дней отдохнете от нас, потому что там интернет не работает для стримов. Ну, нам тоже нужен отдых, чай. В ТГ будем заливать там и так далее. Ну, нам тоже надо отдых словить. А, там не работает интернет. Саня, помните, ездил, когда он не смог постримить?